Ну, прям нежданчик какой-то, вышел клип, ну, как сказать, клип, такая лайв-версия на трек «Там, там ревели горы», друзья, от Мияги и Панды, давайте посмотрим. На крыше, да. Атмосфера максимальная. Прям не ожидал вообще. Тут душу греет водный, не молодеть бодрый. Тут будет недовольный у любого и не без контры. Тут судит люд гордый, я расковыряю критику твою минором и понять. Тут ловить вовсе, чистили жизнь и богу бительного называй. Не переведи сондом, не менять эту игру на рай. Я с друидами дружил и знаю, чё почём. И в подворотнях этих грязных убивался горячо. Я без малого района, Мартин Лютер Кинг не миновал. Меня полюна, я заруба не коренных. Жители Мекарда, вам меня не надо. Искренне вам желаю меня не понять и потерять, правда. Без победы тут как носа нелюдимым не беда. Тюмники тут по бандусам разменяли благодать. Там ревели горы, затмевая чудеса. Ревели наши голоса. Там ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Максимальная атмосфера. Я сам уже забыл. Это классно было. По подворотням мутят кайф. Там ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Там ревели горы, мама. Я и сам уже забыл запах детства, мэн. По подворотням мутят кайф. Знаю, кто продал душу дьяволу. И загляну в глаза таким типам. Задаю себе вопрос: зачем, пацан? Прибываю в ах. Не молчать же в майк. Не страдать же по ночам. Забил, ну бывай. Так и травят разум. Вот это было классно. Так и спалят базу. А кто осмелится? Чьи слезы пролиты во вред зазря. Сияет слиток из синтетики. Вокруг борьба. Просто самолет рванет на куски эту отраву. Заревели горы. Все идет по плану. Там ревели горы, мама. 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 Не ожидал я сегодня послушать еще Мияги и Энди. Блин, вот как-то очень неожиданно. Действительно, ленту листаю просто ВКонтакте и натыкаюсь на это, друзья. Вот как уже и говорил, один из любимых треков в новом альбоме Ямакаси, друзья. И, блин, вот такое максимально простое видео, максимально простое, сделать так эффектно, сделать так круто. Не знаю, самолет это эффект был, не эффект, но это было просто, ну, шикарно. Как микрофон он подал Эндшпилю, это тоже было просто, ну блин. Это вот все-таки мелочи, знаешь, но при этом вырисовывается полноценная картина. Да, это все сделано простенько, но, блин, с душой и со вкусом. Ну а насчет трека, друзья, мы уже говорили, тут в принципе больше пересказывать не о чем. Обалденный трек, друзья. Всем спасибо за просмотр, с вами был Флок, пока.